Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на садоводе на линии 29, павильон 57, итальянка Чункову Аксона. Вот как делать заказ. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Ну, сейчас мы откроем одну коробку. Получили. Сейчас получаем так. Непонятно. Вчера одну, сегодня. Это товар распаковывают. Ну, хотя бы так получаем. Я даже не знаю. А вечером, может, и ездить сразу? Ну, да, и такое. Потому что это в партии там было. Коробов 10-12. Так где-то должно было быть. А, видишь, по одной штучке. Ну, буйвола, о, открывайте, ой. Ну, любимочка моя, девочки, вот, открывайте, я сейчас покажу. Моя любимочка, любимку мы получили. Обожаю эту модель, просто. Сейчас, подожди. Положи на руку, я делаю, я сейчас просмотрю его. Ага. Да, вот кожа шикарная, идет с прожилками. А принесите из той партии, что на днях получали. Я сейчас хочу просто посмотреть. Ну, это один, наверное, скорее всего, кора будет одного цвета. Сейчас я посмотрю. Такими объемами... А, вот еще нет. Такими объемами мы получаем, и, в принципе, у нас буйвол разбирается, идет, ага, коньяк тоже интересный получили. Сейчас посмотрим, может там, ну, скорее всего, здесь, а, синий цвет, сейчас еще достану. Давай себе аккуратно берем, потом... Нет, ну а зачем? Я покажу цвета. И... Хочу достать, посмотреть. Да, вот отличаются. И коньяк получили еще. Видите? Этот идет немножко, уходит красноту, а этот в орех такой. Вот это вот именно, ну, тоже ручной такой тампоната покрас, потому что вижу, что идет разводиками. Видите? Видно? Это более глянцево, это с прожилками. Ну, шикарный вот. Не, я даже вот отличается. Этот как, даже как прям слишком идет, да, что-то шоколад и марсала, как шоколад с марсал. Да, вот этот с краснотой идет, а вот этот именно в орех уходит. Юля, распечатайте. И синий цвет еще получили. Ну, я говорю, он отшивает постепенно. Коньяк шикарный. Наврус, принеси с другой партии коньяк. Да, сейчас посмотрим. Ну, клеймо буйвола стоит у нас. Все как. Вот открываем первый. Бывает, да, бывает, конечно, я говорю, немножко здесь какие-нибудь точечки, а в основном всегда все идеально. Пахнет как. А вот давай. Вот, это был. Вот, есть отличие, да. С предыдущей партии был. Девочки, также можете писать с новой партии, либо с потеряшек. Это с потеряшек было, да? Уже не звали, а? Да. Можете писать буйвол с потеряшек, это более в красноту. Ну а как еще? Это там пришло, мы 150 штук их получали с потеряшек. В общем, чтобы вы не путались, буйвол с нового привоза, буйвол с потеряшек. По цветам так и можете говорить. Допустим, коньяк с потеряшек, коньяк с нового привоза. Так копируют твои слова. Да ладно, их никто никому такой объем не дадут. Да, ну нет, ну пусть копируют. Просто говорю, что, ну а как еще вот, фото не надо, именно, вот я держу, поэтому, да, это потеряшка, это новый. Ну красивые, цвета шикарные прям все. Просто я говорю, кому-то надо будет жену, ой, пахнет как обалденно. То же самое шоколад. Вот эту открою, я хочу посмотреть, она интересная очень кожа. Но этих мало таких получаем, редко бывают именно. С такой текстурой. Да, ага. Не так часто.
Да, вот оно. Прожилки интересные. Когда она разносится, она будет вообще очень, ой, вообще шикарно. Девочки, смотрите, какая шикарная кожа. Просто. Я обожаю вообще прожилки вот эти. Это, ну, когда кожа именно такая. Вот это и есть, рисунок не повторяется. Вот это и есть натуральная, ну, именно кожа. Ну, вот сюда более, видите, кусочек гладкой ушли. Что, ну, как считается, да? Вот это более такое уходит на переднюю часть. Красивый цвет. Так что, девочки, запомнили. С новой партии и с потеряшек. Такое отличие. Это потеряшка, это с новой партии. Ну, потому что... Не-не, классные. Они вот прям такие, видите, с набивочкой идут. Нитка, шов, все шикарно, все идеально сделано. Видите, здесь все... Ну, хорошо, что хорошо, то хорошо. По поводу прокрасов внутри. Девочки, вот я открываю первую попавшуюся, да? Ну, вот она. Чуть-чуть там где-то. А так все идеально. Ну-ка, Юля, там. Ну, вот оно. Бывает. Я объясняла. Смотрите. Вот здесь вот, Рахим, покажи. Вот более по краям, да, идет кожа, она помягче, чем в середине. Вот кожа буйвола. Естественно, ее ставят на вот эти... Дай на вру сумку. Ее и ставят вот на эти боковины, видите, более такое. Сюда идет идеальная такая гладкая, плотная кожа. А вот сюда идет более помягче, она идет с краев. Ну, когда кожу красят, естественно, руками могут брать. Ну, там в перчатках люди работают, но все равно. Или положили как-то там. Поэтому, вот видите, нет, цвет шикарный. Что красиво, то красиво. Вообще... Не, ну да, такой... Такой, это, красивые. Юля прям вся обесила. Две рядом, да, вот. Она и с новой партии тоже, ну, интересно. Потеряшка у нас. Да. Кто хочет чуть поярче, кто потемнее, коньячок. Кто хочет чуть поярче, значит, надо писать потеряшку. Потеряшка. Да. Из потеряшек, из новой партии. Нет, еще знаете, какой момент? Вот эти сумки, они же отшивались. Вот этот цвет... Он отшивался на лето. Ну, да, на лето всегда кожу красят посветлее, поярче. Всегда. Даже хоть саваж, хоть ну, флотер, ну не считая черного цвета. Допустим, ну, взять пудра, да, цвет или синий. Всегда вот на осень цвета идут более насыщеннее, чем на весну, на лето. Это уже я заметила. Не первый раз вот так вот замечаю. Так что, ну, наверное, на этом все, да. Мы будем дальше работать, разбирать. Да, так что ждите, девочки, следующее. Я говорю, потому что товар просто... Не, ну, я говорю, должно было намного-намного больше. Но вот вчера машина одна пришла. То есть это я делаю за один раз, да, закупку. Ну, вот, я говорю, может, там и 10 коробов, я не знаю. Я-то знаю, что по списку у меня, ну, что я закупаю. Ну, вот одна машина пришла из одной машины. Вчера получили коробку одну. То есть и как попало, распаровано все. Сегодня тоже, вот с утра рано, машина приехала, ну, вторая коробка. И мы не можем знать даже, что там. Хотя, я говорю, там будут у нас и визитницы, и кошельки будут в этой партии. Все шло. Винтаж, по-моему, был. Ну, так что будем получать, будем все показывать. Так что все, девочки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал. На этом все, пока. Всем спасибо, Рахим. Спасибо, дорогие подписчики. Подпишитесь на наш канал YouTube и Telegram. Да, все. Всегда будет. Вечером еще будет. Ну, не, ну, знаете, почему я говорю подписывайтесь? Вы всегда видите, что получили, всегда видите новинки. Почему я показываю еще распаковку? Очень часто, да, допустим, клиенты спрашивают, Оксана, когда эта модель будет, когда это будет модель? Я говорю, ждите в распаковке. Как только увидите, я специально покажу, что вот получили сумку, эту модель получили. Я говорю, буду показывать, и сразу можете писать. То у меня вот девушка в прошлый раз фурнитуру ждала. У нее на сумке, на шахматах, допустим, заклепочка, да, слетела, написала, говорю, хорошо, я закажу, ну, увидите, говорю, я покажу ее, допустим, в распаковке, что именно получили, говорю, сразу мне напишите.
Ну, только ролик вышел, она написала, все, отправили, все хорошо. Ну, то есть, такое тоже бывает. Так что все хорошо, девочки. Все, всем пока.